алғашқа кездесу 48 келі салмақтаға қола жүлде үшін таласта жергілікті спортшы Гүлкадер Сентүрк пен аргентиналық спортшы Паула Парета өзара мықтыны анықтайды. Қос спортшының да нәтижелері дәл қазір біздің назарымызда. Аргентиналық спортшы жүріп өткен жолын біз кездесу барысында тоқтала кетеміз. Кездесуін төрешісі испаниялық маман. Анталияда Гранд Слэм турниріне қатысты біраз ақпарат айта кетейік. Сәуір айының 1 мен 3 аралығында Түркияның Анталия қаласында ол бәсеке өтеді. Рейтингілік додаға қатысатын спортшылардың тізімінде қазақстандық спортшылар да бар. Олардың ішінде Қазақстанның нөмір бірінші емес бұл жолы бас бапкер ұлттық құрамадағы өзге де спортшыларға мүмкіндік берген екен. Олардың ішінде қай-қай спортшыларға Түркия төрінде өнер көрсету мәртебесі ұсынғанын әлде тоқтала кетеміз. Қос спортшы татамиге беттеді. Бұл кездесуге дейінгі спортшылардың жүріп өткен жолына тоқтала кетейік. Аргентиналық Паула Паретта жалпы өзінің спорттық мәнсебінде 227 кездесу өткізген екен, оның 169-ында жеңіске жеткен. Әлемдік рейтингте дәл қазір 6-шы орында. Ал оның Түркия қарсыласы әлемдік рейтингте 31-ші орында, жарыстың иесі. Сол себепті бәсеке көрерменсіз өтсе де бұл жарысты тікелей эфирде тамашалап жатқан түрік ағайын өзінің жерлесіне барынша қолдау көрсетіп жатқаны анық. Алғашқы бір минутта сырау өтуге жақын. Татамидің бойындағы қос қарсыластың арпалысы бұл әдіс нәтижесіз болды. Түркиялық спортшы өзіне жүктелген зор үмітті сезінетіні белгілі. Паретаның спорттық киіміне және кимоносына дейміз, дзюдоге дейміз әлем чемпионатын бағындырғаны бірден көрініп тұр. Әрбір спортшының аты жөні жазылған жәнегі артындағы жазуларында түсіне байланысты қандай халықаралық додаларды топ жарғанында бірден аңғаруға болады. Қызыл жазумен белгіленгендер әлем чемпиондары, сарымен белгіленгендері олимпиада ойындары бағындырды деген жазуды белгіледі. Түркиялық және аргентиналық қос спортшыға ескерту берілді. Белсендірек қимылдау қажет. Тамаша тізеден жасалған әдіс, бірақ төрт тағандағы күресте аргентиналық спортшыны төреші тоқтатты. Снова приветствуем вас, уважаемые друзья, любители спорта, в прямом эфире нашего телеканала. Очередное мировое турне этого вида спорта. И сейчас такая срамная, громкая, наверное, заявка, афиша. В первый соревновательный день вы видите олимпийскую чемпионку Паулу Паретта из Аргентины. Первая женщина из этой прекрасной страны, ставшая лучшей из лучших на главных стартах четырехлетия. Ну, Паула Паретта, она знакома и казахстанским любителям дзюдо. Многие видели ее вживую, воочию, как говорят, на чемпионате мира. В 2015 году она приезжала в нашу столицу, где впервые в своей карьере стала чемпионкой. Куда двумя годами ранее в Рио-де-Жанейро, соседней для себя стране, она лишь до бронзовой награды добралась. Ну и, в принципе, в 2018 году, да, у нее еще был результат, бронзовая медаль на чемпионате мира в Баку. Паула Паретта некоторое время была скрыта от глаз и соперников, и болельщиков. Но есть одна информация, очень характеризующая эту спортсменку у себя на родине. В период первой волны пандемии
Парета, оказывается, работала в одной из благотворительных организаций, где помогала тяжелобольным в борьбе с коронавирусом. И такой вот она, по сути, показала себя настоящим бойцом не только на татами, но и в жизни. Сейчас, как вы видите, против нее хозяйка татами, это гранд-слэм, прошу прощения, в Анталии. Поэтому какой бы уровень развития не был бы в местной той или иной стране, конечно же, с хозяйками соревнований сражаться всегда сложно. Гулькадер Сентюрк, вашему вниманию, молодая спортсменка. Ну, Парета одна из самых возрастных в этом виде спорта, не будем скрывать, ей 35 лет исполнилось в начале этого года. И тем более, что вы знаете, весовая категория до 48 килограммов у женщин одна из самых таких сложных, конкурентных. И то, что она держится до сих пор в когорте сильнейших, конечно же, о многом говорит. 25 лет турчанке. Также родилась она, как ее соперница, в январе, правда, чуть раньше, 8 января. На этапах мировой серии у нее есть уже награды. Две бронзовые медали были завоеваны в свое время. Сейчас есть великолепнейшая возможность. Ну, тут даже, наверное, не медаль играет особую роль, как сама победа в психологическом плане для молодой турчанки. Ну, а сейчас Парета пошла ва-банк. Вы видите, два шида ее очень сильно заинтриговали, задели, так скажем, и сейчас последняя минута в этом противостоянии окажется самым настоящим испытанием для Сентюрк. Так вот, весовая категория до 48 килограммов, уже одна из, как я говорил, одна из самых конкурентных. И вы знаете, что спортсмены постоянно гоняют вес, в особенности в легких весах. Здесь сразу же вспоминается история нашего спортсмена, правда, из другого вида спорта, Биржана Жакыпова. Вы знаете, он участник трех Олимпийских игр. Сентюрк вот небольшое повреждение получает. Будем надеяться, что это не остановит ее. Ну, короче, это настоящий истинный джентльменский поступок. Понятно, что в пылу борьбы всякое происходит. Так вот, Биржан Жакыпов, наш прославленный боксер, был лидером долгие годы, несколько олимпийских циклов в самой легкой весовой категории у мужчин-боксеров. И в личной беседе он признавался, что было очень-очень тяжело. Порой приходилось так гонять вес, что и бокс уже надоедал. Наедался он очень сильно, но вот цель, мечта попасть на олимпийский пьедестал все никак его не останавливала. И в любом случае он был чемпионом мира, но на Олимпиаде были у него свои яркие, принципиальные, очень мощные, сильные соперники. Но это другая история, уважаемые друзья. Давайте посмотрим последние секунды в этом противостоянии. Радуется Сентюрк и третья шида. Молодая спортсменка из сборной Турции. Давайте снова сейчас на повторе увидим, что здесь произошло. Ну вот какие часто происходит в истории. Молодые, голодные до побед спортсменки вырывают свою удачу в борьбе с олимпийскими чемпионками. Дорогого, очень дорогого стоит эта награда.